Итак, седьмое возражение против безошибочности. Суть его в том, что идея о безошибочности — это понятие, невозможно определить, поэтому нам нужно оставить этот термин и саму идею. И позвольте мне объяснить это возражение. Многие люди говорят о том, скажем, Майклсон, Беркли, о которых мы уже упоминали, что по-хорошему безошибочность невозможно определить, а посему нельзя и использовать. И частично это вызвано тем, что стандарты ошибочности, истинности, точности или неточности отличаются в разных культурах, в разных исторических эпохах. И если вы это признаете, то будете вынуждены оставить этот термин и признать, что он очень абстрактен и неясен, чтобы мы могли его использовать. Но что же вместо этого мы можем использовать? И Майклсон говорит, мы должны фокусироваться на том, что Библия учит ясно, и что можно определить, а именно авторитет Писания и непогрешимость Писания в доктринальных вопросах. И вы понимаете, что в какой-то степени это возражение повторяет выводы из второго возражения, согласно которому есть различие между утверждениями в Писании, одни доктринальные, а другие, в противоположность, просто некие факты. Итак, как же ответить на это возражение? Неужели невозможно дать точное определение термину «безошибочность»? Я думаю, вы знаете ответ. Конечно, возможно. Безошибочность можно определить, и мы с вами это сделали. И мы даже сделали это непредвзято, не становясь ни на одну, ни на другую сторону, не высказываясь ни за, ни против безошибочности. И вы можете использовать это определение вне зависимости от того, говорите ли вы относительно тех книг, которые написаны сегодня, или вы говорите о книгах, которые написаны 700 лет тому назад. Неважно. Но что же по поводу высказывания о том, что стандарты точности или неточности меняются с течением времени? Что ж, я не буду этого отрицать. Вполне возможно, что есть некоторые изменения. Но проблема вот в чем. Те, кто высказывают такое возражение, никогда не утруждают себя объяснить нам, в чем же эта разница в стандартах в разных эпохах. Что я имею в виду? Если действительно были разные стандарты, то, пожалуйста, поясните, какими они были, и мы применим их к тому, что написано, и сделаем вывод о соответствии этим стандартам. И, по сути, Майклсон и другие говорят следующее. Это серьезный пробел в этом возражении. Ведь действительно возникает проблема. Они говорят нам о том, что есть разные стандарты, но нигде конкретно не говорят, какие же это стандарты. А если вы нам не поясняете сами стандарты и в чем отличие, то откуда вы знаете, что эти стандарты меняются? И как вообще это возражение может быть применимо к чему бы то ни было? Поэтому вы либо скажите нам, какие были стандарты и как они изменились, и мы применим их, и мы проверим тексты, соответствуют ли они этим стандартам. А если вы не можете нам эти стандарты предоставить, то перестаньте возражать. В этом нет смысла, если вы не можете стандарты предоставить. Что ж, мы знаем о некоторых примерах, на которые нам указывают. Современные представления о том, как необходимо делать цитирование, использовать кавычки, всякий раз, когда мы собираемся приводить дословную цитату чужих слов, то есть, используя кавычки, мы не перефразируем. Мы все это прекрасно знаем. И мы понимаем, что в те древние времена, когда писалась Библия, у людей не было таких убеждений, такого понимания, что означают кавычки и когда их использовать, и что они означают.
Поэтому мы относимся к этим книгам соответственно. Вот, допустим, в двух книгах приведены слова Иисуса Христа, но высказывание не приведено в тех же самых словах. И мы понимаем, что у них другое представление о цитировании. Авторы не беспокоились о том, чтобы передать те же самые слова в каждом отдельном случае. Они заботились лишь о том, чтобы передать правильный смысл. И если вы посмотрите на разные тексты, то вы поймете, что, по сути, противоречия никакого нет. Может, и используются разные слова, но суть одинаковая. Или, предположим, речь идет о разных аспектах одного и того же текста, но понимание цитирования тогда отличалось от современного понимания. Сегодня нам так хочется, чтобы стояли кавычки, а слова между кавычками были точными словами, сказанными Христом. Мы все так это понимаем. Но не о таких моментах говорят критики, высказывающие это возражение. Они говорят о точности в вопросах, скажем, касающихся ботаники или каких-либо других вопросов. Скажем, сколько раз пропел петух и так далее. Что ж, хорошо. Какое же следующее возражение? У нас есть возражение номер 8. И здесь опять мы упоминаем имя Дэвида Хаббарда, и он говорит о том, что проблема современных сторонников безошибочности в том, что они недостаточно хорошо усвоили высказывания реформаторов и недостаточно этим интересуются. А мы, придерживающиеся с вами протестантской традиции, мы должны вернуться к этим представлениям, которые руководили умами реформаторов. Что ж, что это были за представления? Реформаторы, оказывается, говорили о том, что Дух Святой свидетельствует об авторитете Писания, что Писание отдельно и в отрыве от церковных традиций самодостаточно, что Библию следует толковать, используя язык и контекст самой Библии, и особенно, что Библия представляет собой непреложное правило веры и практической христианской жизни. И далее Хаббард цитирует различные доктринальные утверждения, сделанные в различные исторические периоды. И он говорит, что именно на этом нам следует делать ударение, а не на вопросе о безошибочности. Что ж, если подумать о том, что можно сказать в ответ на это возражение, то есть несколько моментов. Во-первых, мы не должны с вами удивляться, что реформаторы именно так рассуждали и именно такое делали ударение. Почему? Что ж, потому что надо посмотреть на те битвы, которые они вели в свое время. И если вашим оппонентом является Римская католическая церковь, которая призывает вас держаться непреложного авторитета Писаний, а также преданий, а также всего, что изрекает Папа Римский, то что еще ожидать от таких людей, как Мартин Лютер, Жан Кальвин, Цуингли? О чем еще они будут говорить? Конечно, вы будете ожидать, что они будут говорить о главенстве Писания и одного лишь Писания, как единственного авторитета. И именно это, как мы знаем, они и делали. Означает ли это, что они не верили в безошибочность? Что ж, безошибочность Библии вообще не была темой дискуссии в то время, внутри самой Римской католической церкви. И когда нас призывают фокусироваться на том, на чем они фокусировались, а они не фокусировались на безошибочности, то тем самым не учитывают разницу во времени,
и разницу в тех битвах, которые велись. Сегодня, в наше время, начиная с конца 19 века, а также в течение 20-го и вот уже в начале 21 века, ставится под сомнение истинность Писания. И не только из-за результатов критической науки, но потому что возросло число агностиков и атеистов. И вот перед лицом такого брошенного нам вызова, что же вы будете ожидать? Что же верующие будут подчеркивать сегодня? Что авторитетна лишь одна Библия, а не высказывание Папы Римского? Нет. Вы будете ожидать, что верующие сегодня подчеркивают безошибочность, истинность Писания, что Писание целиком пришло от Бога, и вы будете надеяться, что люди, заявляющие о безошибочности, смогут это показать, потому что мы понимаем, что неверующие просто так не согласятся с нами на основании лишь одного нашего утверждения. Поэтому перед нами стоит такой вопрос, что Библия целиком богодухновенна и безошибочна. Это никак не проливает свет на этот вопрос. Это лишь лучше помогает нам понять то время, в которое жили реформаторы, и как оно отличается от нашего времени. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.